очень атмосферный, очень уютный. Мы всем рады, угощаем чаем, дарим подарки за первые покупки первым покупателям. Знаменитая бабочка с логотипом ADR приземлилась в самом центре города на проспекте Ленина, 61. Именно там открылся новый салон модного российского бренда. На маленьком семейном празднике по случаю открытия программа Beauty Time встретила стилиста Елену Чаевскую. Чем не повод расспросить о новых трендах сезона? Действительно, время непростое, время своеобразное. И вся коллекция осень, она как раз настроена на долгосрочное продвижение. Почему? Потому что у нас сейчас самый главный тренд – это разумное потребление. Покупки с умом – это про долговечные материалы и многофункциональные образы. С нашим ритмом жизни капсульный гардероб стал необходимостью, а универсальная одежда сегодня на пике популярности. Мы легко можем создать повседневные, вечерние и торжественные образы, имея в арсенале всего несколько базовых вещей. Все коллекции Медиарт отшиваются капсульно. Все сочетаемы между собой. Можно как из нескольких капсул сочетать, так и в капсуле есть несколько вариантов, как юбок, брюк, так и блузок. И также верхняя сейчас одежда. Наше пальто отшито для вас. Очень уютные, очень теплые. И трендовые цвета, соответственно. Не сдает позиции в этом сезоне клетка. Пальто у девочек представлено в нескольких видов. Двубортное пальто красивое, плюс платье в стиле Кеннеди. Посмотрите, какой уникальный крой. Здесь идет асимметричный низ. Вверх подтянутый воротник, который ни в коем случае не будет увеличивать наших дам, а наоборот делать визуальнее выше. А-образная юбка, она всегда будет странить любую даму, очень актуальный принт, красивый, как бы перекликается с хищным, добавить только золотые аксессуары или в тон принт этого платья. В этом сезоне модные эксперты говорят о возвращении бархата. Бархатные платья, костюмы, кофты, свитшоты занимают не последнее место в коллекциях дизайнеров. Очень много модниц дает предпочтение бархату вот именно для домашней носки, чтобы дома находиться в красивом виде, радовать себя и своих близких. А вот такое платье туника, которое вот в шоколадном, шикарном цвете, оно может носиться с лосинами. И может носиться как отдельное платье с сапогами под пальто. Можно сделать его из пояса, мы отдельно. Закуп ткани произошел достаточно давно. То есть мы коллекции спланировали уже на год вперед. И наши коллекции, наши товары, наши изделия будут всегда своевременно на наших витринах для наших покупателей. Что бы ни происходило в мире и стране, женщина всегда будет стремиться к тому, чтобы чувствовать себя любимой и счастливой. А без красивой одежды это невозможно.